Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет распаковка заказа «Любимый Василек». Там у меня в основном одежда для меня и моих мужчин. И все ссылочки, как обычно, я вам оставлю внизу в инфобоксе, так что обязательно переходите, смотрите. Вот, ну и давайте уже скорее распакуем. Все это покажу я, конечно же, с примеркой. Вот такой вот мешочек ко мне пришел, «Любимый Василек». Сейчас я все раскрою, чтобы не шуршать, разложу и покажу вам. Ну и давайте по традиции начну с моих мужчин. Младшему своему сыночку я заказала вот такой, смотрите, какой прикольный костюм. Ну, он дома у меня будет в нем ходить. Вот такие шорты, они тоненькие, такие хлопковые, ну прям тоненькие. И вот здесь вот это не наклейка, это как бы набито на ткань. Смотрите, какие прикольные. Очень понравились, кстати, сыночку тоже они понравились. Здесь такие кармашки. Мне нравится, вот не устану повторять, вот то, что здесь вот такая широкая резинка, она очень удобна. Раздела 134, немножечко, наверное, будет великовато, но прикольно. Прикольный, скажите, девочки, костюм. Вот такая футболочка с глазками и шортики. Очень прям понравилась расцветка в особенности. Ну, он такой, он просто тоненький. Вот хорошо на жаркое лето или дома ходить, если дома не холодно. Вот, так что это младшему моему. И заказала две футболки мужу. Одна вот такая вот бордовая. Я ее, ну, такие футболки я ему уже заказывала много-много раз. Они очень нравятся. Он надевает их под низ. Они немножко подсаживаются. Надо брать как минимум на размер больше. В общем, вот такую вот бордовую и черную. Они очень классные. Они как такие, как немножко трикотажные такие. В общем, классные футболочки. Черная. Ну, это чисто черная такая, да. И такая темно-бордовая. В общем, у меня муж любит, он их постоянно носит под свитерочки, под кофточки всякие. Футболки просто классные вот эти вот. Обычные, однотонные, как такое, ну, как белье даже можно использовать или дома ходить. Вообще супер. Но, еще раз повторюсь, как минимум на размер, а то и на два нужно брать больше, потому что они немножко подсаживаются и плюс маломерят. То есть я беру мужу на два размера, потому что он не любит, когда обтягивающим, любит, когда свободно. Так, ну и теперь все для меня, можно так выразиться. Во-первых, я снова заказала для кухни вот такие вот вафельные полотенца. Из всех полотенчиков для кухни мне очень нравятся именно вафельные. Не знаю, они впитывают хорошо и стираются отлично. То есть вафельные полотенчики, они вообще супер. Вот такой размер у них, 45 на 60, и здесь идет, здесь немножко, но это нитки производственные, я так понимаю, то есть даже не надо ничего обрезать. Здесь идет вот такая петелечка, мне она не нужна, но вот кому что, вот знали, что есть такая петелечка. Я взяла их 3 штучки, вот у меня 3 полотенчика одинаковых, сереньких. У меня кухня серая, и мне как раз такие светло-серенькие полотенчики хорошо. И еще, девочки, взяла себе вот такой фартук прикольный. У меня мои фартуки, конечно, уже вообще, ну, просто в них позорно. Они у меня уже все тут, знаете, заляпанные, и я их, ну, там, пятна в водитель наливала. В общем, они уже просто все ужасные. В общем, заказала вот такой милый, с такими белыми ленточками, серый, под цвет кухни, под цвет полотенчиков, в горошек. Здесь вот идут 2 кармашка, ну, такая рюшечка, здесь рюшечка. Ну, в общем, красота, милота. Я его тоже примерю, вам покажу, как он смотрится. Вот он, передничек. Смотрите, какой прикольный, девочки. Ну, поднимающий настроение, по крайней мере, мне уж точно такие ленточки прикольные. Вот, так что такая буду красивенькая готовить. У меня же как раз еще эти, как они называют, кастрюльки, да, новые, серенькие. Так что вообще под цвет кастрюлек передничек. Вот, но очень симпатичный, мне нравится. Его отгладить, если вообще классно, кармашки. И ткань такая прикольная, по-моему, эта ткань называется рогожка, если я не ошибаюсь. Также для походов в магазин я себе заказала вот такую вот сумку. Сумки вот эти вот в Васильке, они очень классные, девочки, мне они очень нравятся. Смотрите, она какая широкая, на самом деле ее можно использовать, мне кажется, как пляжную сумку или как просто сумку. Я использую как поход в магазин за покупками, как сумку-шоппер, скажем так. Вот, заказала черную, потому что, ну, на светлых сумках всякие пятна очень заметно, да, а я продукты спокойно сюда складываю. И вот эта сумка мне очень понравилась. У нее есть вот такая маленькая ручка и вот такая вот длинненькая ручка на плечо. И она, смотрите, видите, какая широкая с этой стороны. Слушайте, и ткань такая вот
Ну, в общем, классная такая плотная ткань. Прикольно. На самом деле ее можно и как пляжную использовать. И будет супер. Смотрите, какая сумочка. Вот это вот мне вообще очень сильно понравилось. Тут это нитки такие. Вот. Здесь даже вот такая окантовка. Она очень вместительная получается. Видите, дно у нее какое. В общем, вот эта сумка очень довольна. Советую всем. Вот. Также магазин или как пляжную, или как просто там, не знаю, какие-то документы, книги сложить и тому подобное. Вообще супер. И также себе я заказала вот такой вот тепленький костюмчик. Он здесь идет на флисе. Вот это вот, да, начес. Я вот это называю начес, девочки. На флисе идет. Чисто черный. Я не стала брать больше размер для того, чтобы сверху можно было одеть куртку. Потому что он очень такой плотный, видите, это как двунитка, да, вот это вот называется. То есть такая плотная очень ткань. Ну, здесь вот такие надписи, мне, в принципе, все равно. Для прогулок с моими собачками это вообще супер. Здесь идут на штанишках манжетики, штанишки тоже. Здесь идет вот такая резинка, очень удобная. Кармашки тоже они на флисе. Я взяла 44 размер, будет мне сидеть достаточно облегающий, но сверху одеть жилетку или куртку и супер. И капюшон здесь тоже, видите, идет на флисе. Вот это классная история вообще. Здесь вот тоже надпись на рукаве. В общем, сейчас примерю, вам покажу. Ну, вот эти костюмы в Васильке, они, во-первых, недорогие по сравнению с другими магазинами. И, во-вторых, они очень качественные. У меня есть такой синий с белыми такими вставками костюм. Я его сейчас ношу, как я вот просто практически не снимаю. Все время хожу гулять со своими девчонками. Вот, и теперь буду носить вот этот. То есть тот у меня будет в стирке, и я буду одевать вот этот. Потому что, ну, с собаками гуляешь, пачкаешься достаточно быстро. Костюм классный, девочки, всем советую. Итак, вот этот костюм. Слушайте, он очень прикольный. Это у меня 44 размер. Хотите, чтобы было посвободнее, берите на размер больше. Он, единственное, что вот рукава, конечно, мне бы хотелось, чтобы были подлиннее. Но ничего страшного, мне для прогулок с девчулями самое то. Здесь вот такая стоечка, то есть закрыто горло. Для меня это очень актуально. Капюшон достаточно такой, ну, хороший капюшон. Вот, потому что я часто, когда гуляю с собаками, одеваю именно капюшон. Что-то вся лохматая. Вот. И, в принципе, достаточно свободная. Вот это вот, блин, черный цвет не видно. То есть, видите, достаточно свободно мне вот эта кофточка. Вот, и штаны, они не в обтяг идут, немножко, ну, здесь вот бедра как бы обтягивают, а вот здесь вот даже достаточно, видите, такие широкие, вот. То есть, в принципе, чтобы сидело так, как у меня, нужно размер в размер. Я специально не стала брать, как я уже сказала, больше размер для того, чтобы сверху одевать куртку, потому что уже, ну, уже будет все холоднее и холоднее, да, и нужно, чтобы мне было совсем тепло. То есть, теплые штаны, теплая кофта. Куртку одел сверху и вообще идеально. Вот с этими девчулями пошел гулять. Вот. Поэтому супер, мне очень нравится. Ну и черный цвет, он все-таки не такой марки сильно, да. Если я возьму на руки собаку, я хотя бы не испачкаю. Слушайте, ну прикольно. Вообще мне многие пишут, что мне идет черный цвет, да. Но я люблю что-то обычно посветлее. Но для прогулок вот специально взяла именно черную. Вот, единственное, что да, вот хотелось бы, чтобы рукава были все-таки подлиннее. Вот они вот так вот выглядят. Но ничего страшного. Вот. Главное, что вот здесь вот горлышко у меня закрыто. Все закрыто. Слушайте, ну костюмы вообще огонь, девочки. Костюмы от Василька очень советую. Тем более, они сейчас делают их такие однотонные. Ну, вот эта надпись-то ладно. Вообще, в принципе, они однотонные, прикольные. В общем, супер. Буду теперь гулять в тепле. И еще заказала себе вот такую, это называется куртка вообще. То есть это такая толстовка на молнии, да. Тоже взяла 44 размер, но она как такая оверсайз крой, видите, вот такой вот, как вот этот спущенное плечо, да, здесь. И она идет тоже на флисе. Это вообще сейчас осень, вот ходить, тоже джинсы, вот это вот, джинсы, вот это вот, кофту и сверху куртку, и вообще идеально. Здесь тоже идет капюшон на флисе, вот таком, видите, такой начесик, он прям, видите, какой пушистенький. Вот, и просто уже без всяких надписей, вот такая удлиненная, как это сказать, манжет. Вот это вот очень классно, как раз удобно одевать
куртку, да, сюда. В общем, короче, сверху я буду одевать куртку или жилетку, а носить, наверное, с джинсами. Так что супер. Так, и теперь вот эта куртка. Смотрите, какая она большая, прямо огромная. И вот эти вот манжеты удлиненные, очень классно. То есть на длина рукава, она вот какая, видите? Слушайте, ну это прикольно. Она прям вообще объемная. Здесь идут кармашки такие. Вот, и как раз одеть под... Здесь вот получается застегивается, да, горлышко будет. Капюшон достаточно глубокий. Вот, и она прям, то есть одеть можно даже свитер какой-нибудь и поверх вот эту вот куртку. Она нереально теплая. Джучка моя пришла проверить, что мама делает. Вот, и смотрите, какая прикольная. Слушайте, мне нравится эта куртка вообще. Это 44 размер. Вот, но она такая прям, видите, оверсайз. Так что прикольно. Смело можно заказывать размер в размер и на любые объемы, на любую грудь. Она вообще будет супер. Можно сделать вот так вот, чтобы все прикрыто было. Вот. Можно сделать, чтобы она такая объемная. Слушайте, мне нравится вот эта куртка. И она очень теплая. Прям нереально теплая. Прикольно. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Мне очень нравится вот эта вот куртка розовая и черный костюм, девочки. Всем советую, особенно черный костюм. Кто любит какие-то прогулки в парке, я не знаю, с животными, с собачками. Я знаю, что меня смотрят очень много девочек, у кого есть тоже животные. Очень советую эти костюмы. И, ну, вот черный, например, костюм, не так видно грязь, потому что я мелкую собаку иногда беру на руки, она меня пачкает, и, соответственно, мне надо стирать, но мне нужно опять же идти гулять, поэтому я на смену себе взяла вот этот костюм, он супер. И вот предыдущий костюм у меня темно-синий, он даже в катышку не пошел, то есть даже в тех местах, вот где манжеты, например, или на брюках, да, вот между ножек, вообще ни единого катышка нет. Очень качественные костюмчики. Я вам советую. Единственное, что их очень быстро разбирают. Так что ловите, девочки, костюмчики, заказывайте тепленько гулять. Сверху одел куртку, кроссовки и вообще идеально. Вот, так что все ссылочки оставлю вам внизу в инфобоксе. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!